Герои сказок и персонажи литературных классиков сыграли на одних подмостках. В Вольске прошла презентация театральной площадки. Мероприятие стало своего рода экскурсией по репертуару местного театра, который готовится принять у себя на сцене фестиваль малых театров России. Подробнее расскажет Екатерина Барковская. На несколько часов сквер у Вольского театра драмы превратился в импровизированный зрительный зал. Под открытым небом актеры предстали в своих лучших ролях из самых известных театральных постановок. Аншлаг в зрительном зале не только во время таких презентаций театра, но и на каждом спектакле. Жители Вольска говорят, именно местный драмтеатр является центром культурной жизни горожан. Это для нас такое событие, у нас такой маленький город, но театр – это наше любимое место, наших вольчан, которые все время в театре. Какое бы представление ни было, какая бы... мы очень своих артистов любим. Такая взаимная любовь зрителей и актеров вселяет уверенность и помогает работникам культуры в подготовке к фестивалю малых театров России. Именно Вольск имеет все шансы принять на своих подмостках актеров из других городов страны. По словам депутата Государственной Думы Николая Панкова, такая возможность у вольчан появилась благодаря инициативе нашего земляка Вячеслава Володина. За 13-летнюю историю фестиваля это культурное мероприятие уже проводилось на Саратовской земле в Балаково в 2011 году. По словам деятеля искусства, сейчас в Вольском театре активно готовятся к фестивалю. Мы очень надеемся, что театральная площадка будет соответствовать тем нормам и требованиям, которые предъявляет организация этого фестиваля. Будущие актеры-студенты местного колледжа искусств в жизни Вольского театра принимают активное участие. Работают в массовке и помогают с организацией мероприятий. Не исключением станет и фестиваль малых театров страны. Буду волонтером. Я не хочу не участвовать. Я буду в самых первых рядах. Буду присутствовать на мастер-классе, на лаборатории. Станет ли Вольск на несколько дней театральным центром России, куда съедутся актеры из разных субъектов федерации, будет известно уже в конце октября. Екатерина Барковская, Марина Асонова, РЕН-ТВ, Саратов.